Бабочки, тигры, драконы и даже настоящие супергерои. В последние годы рисунки в стиле фейс-арт для детей и взрослых становятся все популярнее. Сформировалась целая индустрия, в которой работают художники-аквагримеры. Анна Кожаткина всерьез заинтересовалась этим 3 года назад. За это время научилась создавать не только простые узоры, но и целостные сложные композиции. Ее талант отметили на международном фестивале татуировки в Сочи. В номинации «Боди-арт» девушка завоевала 1-е место. Ее работа «Леди Кракен» поразила зрителей и членов жюри. Меня пригласили туда, ну, организатор. Я сначала подумала, что, ну, как бы далеко туда ехать, а потом что-то мы так с мужем решили, что мы съездим. Вот я готовилась 1.5 года, то есть разрабатывала образ, готовила, ну, как это, бутафория. Вот, и как бы там всех мы просто победили. Смешивать краски и управляться с кистью Анна научилась в художественном училище. Чтобы освоить технику арт-макияжа, много смотрела обучающих видео, черпала вдохновение для рисунков в интернете. Постепенно начала брать коммерческие заказы на детские праздники и корпоративные мероприятия. Уверяет, что работа на бумаге в корне отличается от росписи по телу человека. Ну, во-первых, я рисую специальные кисти, специальные губки. В обычном, ну, там, в акварели, если в технике такого нет. Потом специфика, ну, нажатие кисти, ну, другое. То есть, в принципе, человек, который хочет научиться, он, я ему показываю как раз эти моменты, ну, нюансы. Они на самом деле, ну, как бы малоуловимы, но они дают хороший результат. Все инструменты и расходные материалы Анна заказывает в интернете. В ее мобильном чемоданчике не один десяток кисточек и оттенков. Краски использует только гипоаллергенные, чтобы не вызывали раздражения на коже. Чтобы улучшить технику и разнообразить коллекцию эскизов, художник проходит онлайн-курсы по мастерству аквагрима. На создание небольшого рисунка на лице у мастера уходит всего около 5-6 минут. Если фейс-арт делать неоновыми красками, например, для фотосессии, это займет уже 1-1.5 часа. Ну а разукрасить тело с головы до ног, сделать настоящий боди-арт можно за 5 часов. Чтобы начать, нужен лишь небольшой набор принадлежностей, умений и немного фантазии. В ближайшем будущем Анна Кожаткина планирует не только работать в качестве художника-аниматора, но и открыть собственную школу аквагрима. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.